что, заходим. Сейчас покажу вам такой вот творческий уголок. Ну, в дальнейшем перейдем к дегустации вина и всех вещей, которые нам предоставят. Я смотрю, здесь есть у нас хлеб бездрожжевой, вот всякие рукодельницы, умелицы у нас готовят. Вот экоферма в Хазе. Витамины и, конечно, местная винная продукция. Ну все, я вот к вам вернулся. Давайте. Дегустация.